Минск вошел в топ-40 самых безопасных городов в мире. Рейтинг составлен авторитетным аналитическим порталом. Пользователи спросили, насколько комфортно они себя чувствуют в городе днем и ночью. Всего выслушали мнение о 328 городах со всех континентов планеты. Лидер – Абу-Даби. Индекс безопасности в столице ОАЭ оценили 89 баллов из 100 возможных. На второй позиции – Доха, Катар, на третьей – канадский Квебек. Минск в рейтинге разместился на 37-й строчке. Если говорить конкретно о безопасности, то, конечно, это большой плюс Минска, потому что, ну, по крайней мере, у меня никогда такого не было, чтобы у меня там были проблемы на улице или чем-то еще. Мне очень приятно, что Минск за последнее время стал активно развиваться. Как комфорт для проживания, Минск мне нравится. Другие города, там уже плюс-минус, а Минск становится европейским городом. Опаснее Минска оказались Прага, Люксембург, Валенсия. Вовсе на 10 пунктов от белорусской столицы отстала Варшава. Но замыкает список столица Венесуэлы – Каракас.